ребят, вызвали, домик горит, плавится все внутри. Где замкнуло, что непонятно. Все расплавилось. Пожарники едут. Печально. Друзья, всем привет. С вами Анатолий. Друзья, расскажу, что произошло с моим домиком несколько недель назад. Работал спокойно на работе. У меня домик стоит на парковке. Домик на парковке. И вдруг мне раздается звоночек. И говорят, что Анатолий, ваше место такое-то, такое-то на парковке, ваш автодомик горит. Такие новости, да? Не так давно в домике я через фирму устанавливал электрику, аккумулятор и все электричество, купил солнечные панели и так далее. И вот, ну, счастливо пару месяцев проездил. Ну и смотрите, что произошло дальше. Ребят, вызвали, домик горит, плавится все внутри. Где замкнуло, что непонятно. Все расплавилось. Пожарники едут. Печально. Аккумулятор, да, это аккумулятор. Загорелся, задымился. Который поставили. Välja tõmmata või? Anna ma provintsikassega tõmmata. Ja tal mingi jaud siis ka siin. Auto-aku või on ta selle süsteemi? Ei, see on salooni auto, okay. See on teine aku siit. Okay. Motori auku. Da, съездил я в отпуск. Ossa täitsa lõpp. Need on korras, aga see vist ongi ilmselt. Kaks tükki korras või? Ei, need kõik on korras, aga see ei vaata. No see on ka natuke. Ja see oli selle kõrval, selle pärast. Sada? 180. Ох, я. Ну что, ребятки, пожарники уехали. Это я сейчас все вытащил сюда в кучу.
здесь вот так внутри. Салон нормальный. Дверь здесь. Ольков тут нормальный. Салон чистенький. Ну вот, съездил в отпуск. Как-то так. Приехал первым делом, открыл эти двери, пожарных еще у меня не было. Вот так сейчас он у меня выглядит, обойду. Вот так выглядит, отсюда валил дым, окна были закрыты. С передних, значит, и с Алькова валил дым. Я первым делом, значит, его обошел по кругу. Открыл, значит, эту дверь и другую дверь, был густой желтый дым, и сразу стал вытаскивать газовые баллоны. Не смотрел, что там происходит, огня открытого не было, но валил едкий такой с пластмассы дым. Я сразу вытащил баллоны и уже сирена пожарных, значит, гудела, и я открыл эту дверь. Сейчас по очереди вам буду показывать. Вот, открыл эту дверь. Видите, тут все такое закопченное. И увидел вот эту вот картину, где тут у меня все свисает и плавится. Когда приехали пожарные, я стал смотреть, что у меня в алькове внутри, потому что здесь все в дыму было. Сразу открыл окна двери, но салон сразу покажу сейчас. Не пострадал, все матрасы я доставал. Это постельное снял уже дома, постирал все, чтобы оно не воняло. Салон весь остался у меня невредимый, целый. Если эту дверь закрыть, перегородка меня спасла. Сильно спасла. Здесь все целое. Вся кухня, все целое, не закоптилось. Есть чуть-чуть, присутствует запах гари. Я боялся, что там ольков у меня, но я эти матрасы доставал, боялся, что у меня верх весь расплавился, и все. А внутри, да, вот такая картина. Здесь было возгорание, здесь стоял аккумулятор. Ну и сейчас расскажу, что дальше. Это инвертор у меня. Ну что, ребят, сразу вам расскажу, что экспертизу я не делал. Не делал, потому что решили вначале разговаривать с фирмой, которая мне это все электрику устанавливала. Заплатил я 2700 евро, это вместе с аккумулятором. Аккумулятор был мой, с моей стороны, а все остальное, солнечные панели... Солнечные панели я у них купил, но устанавливали мы сами. Значит, вот. И приехал сразу парень в этот же день с этой фирмы. Посмотрел, говорит, я хочу посмотреть причину сгорания. Как бы давай посмотрим, из-за чего, что. Мы с ним разговаривали, он посмотрел, прозвонил. Но вкратце скажу так, фирма сразу отказалась. И на сегодняшний мы долго вели переговоры, прошло уже несколько недель. С ними пытались объяснить, достучаться, без скандала, без всего, без судов, без всего спокойно. Ну. Итак, могу поделиться такой новостью. Значит, закончились переговоры с фирмой, которая мне устанавливала в кемпере электрику.
И потом вот, ну, вы уже видели видео, что произошел пожар. Значит, сборщик аккумуляторов своей вины не видит. Он предложил до судебного решения, чтобы не судиться, потому что он предложил им, ну, начал переговоры вести и предложил им следующее. Давайте ремонт после пожара этого кемпера моего сделаем напополам. Они, значит... Почему напополам? Потому что я тоже не хочу все эти суды затрагивать и все остальное. Почему? Потому что тогда ремонт моего кемпера отложится на год или вообще на два. Потому что судебные тяжбы, эти, все эти исследования и так далее, это будет проходить очень долго. А мне на кемпере нужно ездить, потому что ну, его достаточно быстро восстановить, скажем так. А вот эти вот тягомотина, вот это в несколько лет судебных всех этих процедур, это будет очень долго. Поэтому, значит, сборщик аккумулятора предложил, ребят, давайте напополам. И потом сказал, у вас есть мощности, ну, вы там собираете на фирме кемперы, у вас есть гараж, где вы можете этот салон поставить. Он занялся поставками салона, он мне нашел салон, сиденья, панели, руль, ну, короче, все полностью, весь салон будет меняться, даже нижние коврики, ну, полностью все, да. И вот они мне, ну, он вел долго с ними переговоры, и вот что они ответили. Они мне на счет выслали, они не признали своей вины по-прежнему, они сказали, что, ну, нашей вины нету, но так и быть, мы вам вышлем, ну, мне на счет выслали 500 евро. И сказали, что больше они помочь ничем не могут. У них очень они сильно на фирме заняты. И у них нету времени. Делайте сами, мы вам дали деньги. Ну, пожалуйста, отстаньте так, если своими словами сказать. Больше вам ничем помочь не можем. Ни поставить этот салон, ничего больше мы не можем. Очень я расстроен таким решением об этой фирме, потому что я считаю, что не произошло бы ничего, если бы они поставили вот эту защиту. Почему они мне ее не поставили, это большой вопрос. Потому что пожарники, которые были и разговаривали, когда откручивали у меня аккумулятор во время пожара, они очень как бы удивлялись, почему голый аккумулятор, почему нет защиты. Ну, вот на видео у меня это не попало. Поэтому трудно все это судиться было бы и все. И когда я ребятам отдавал электрикам, ну, чтобы они делали, я в Алиэкспрессе купил специальный такой чехол. Он мягкий чехол такой. Вот. И сказал, ребята, я вам отдаю машину, этот чехол я поставил на стол. Будете, когда собирать электрику и ставить аккумулятор, поставьте. По каким причинам они проигнорировали это и не сделали? Халатность это. Или забыли они. Или я, ну, не могу за них отвечать. Но этого они не поставили. А по всем показаниям нашим, протерся снизу, там изолента была, и коснулся снизу там под сиденьем болт, и это мои только предположения. Ну и пожарники так как бы высказали, это их предположение было, что снизу было касание аккумулятора на корпус. Если бы стоял этот чехол, то проблем бы никаких не было. Почему фирма его мне не поставила, ответов нету на это. Так что вот фирма, я разочарован работниками этой фирмы и этой фирмой. И вот как бы дали 500 евро и крутись как хочешь. И ничем больше мы тебе помогать не собираемся. Ну что ж, пусть это будет, остается на их совести. Вот, я не обвиняю никого, не осуждаю никого. Будем восстанавливать. И ребята с клуба мне помогают, предлагают свои варианты. Но сейчас холода, будем искать, где ставить салон и все остальное. Так что вот такая вот вещь получилась у меня. Будем делать, будем восстанавливать. Все, ребятки, счастливо!